Нижегородская госавтоинспекция предупреждает, что в ближайшие дни ожидается возможный рост дорожно-транспортных происшествий. Об этом предупреждает ГИБДД. Как отмечают в инспекции, с 9 ноября ожидается резкое изменение погодных условий, которое вызовет осложнение обстановки на дорогах из-за дождей и понижения температуры. Это спровоцирует наледь, а значит, возрастет риск ДТП. Областная госавтоинспекция просит нижегородцев соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим, обратить внимание на шины и, по возможности, поменять изношенную летнюю резину.